Сегодняшний день у меня был посвящен подготовке подводной охоте. Значит, охотиться хочу с этим. Называется гавайка. Гавайка. Ну, это острога такая с резинкой. Вот. Ну, перед этим чесал репу. С чего же ее собрать? Ну, были разные варианты. Можно было купить в магазине, можно было там заказать у сварщиков. Вот. Ну, я пошел в хозяйственный магазин, купил там сапожные иглы большие, сантиметров по 20, наверное. Вот. Значит, потом что я еще купил? Ну, благо здесь в магазине продаются запчасти и ремкомплекты для рогаток, да, то есть резинки отдельно, вот, и сами рогатины отдельно. Купил резинки эти, вот, и дали мне в конном клубе стек дали, ну, бич или стек, ну, короче, он стеклопластиковая такая палка, конусная, с тонким наконечником. Вот. И вот за день я вот это собрал, вот это произведение искусств. Это вот, значит, сам стек такой. С него я снял резиновую ручку, сделал сюда вот эти иглы сапожные. Кривовато немножко, но ничего. А вот эта резиновая ручка, все думал, как же закрепить этот наконечник на этом стеке. Туда вставил, кончик отрезал этого стека. На две части разделил, вставил вот одну, и вот там вторая, короче, она и жесткость дает, и распирает его. Ну вот, вот такой вот он получился, и наконечник съемный. Вот. Здесь вот эти резинки от рогатки. Ну все, завтра буду испытывать.